Добрый день, с вами axbt.com и передача XBT Live напрямую из Берлина. Мы находимся на стенде Panasonic, и сейчас я хочу вам немножко рассказать про одну интересную новинку компании. Это внезапно смарт-колонка под названием GA10. Что это такое, с чем едят и почему именно колонка от Panasonic, сейчас я расскажу. Поехали! Вот так выглядит сама колонка в виде своеобразного прямоугольника, поставленного на бок. Большинство поверхности покрыто сеткой, под ней находятся аж три динамика. Это достаточно большой сабвуфер и два купольных твиттера, которые направлены в разные стороны для создания стереопанорамы, когда вы используете колонку в одиночном режиме. Почему я говорю про одиночный режим? Потому что также эти колонки можно использовать в системе. Можно купить их несколько раз, ставить по дому и одной голосовой командой включать музыку на всех. Сверху расположена сенсорная панель с микрофонами. Их здесь два, подозреваю, что шумоподавление там есть. И с кнопками управления. Здесь есть включение Bluetooth, управление громкостью, включение колонкой, отключение микрофона. В общем, все, что нужно для того, чтобы управлять колонкой, если вы не хотите делать это голосом. За работу всех функций отвечает хорошо знакомая уже вам система Google Assistant со всеми вытекающими из нее функциями. Также колонка представлена в черном цвете, точнее сетка черная, а база серебристая. Так что вы сможете выбрать устройство под свой интерьер. Сверху есть индикаторная панель. Окей, Google, play the music. All right, here's some music on Google Play Music. Вот так выглядит черная версия. Оранжевые огонечки сверху означают, что микрофон выключен для того, чтобы он не ловил любые команды. Особенно если колонка стоит там, где очень много говорят на английском языке. Выключить это можно кнопочкой управления микрофоном. Все, теперь колонка будет слушать то, что вы говорите. Ну и говорят все окружающие. На задней части расположены все интерфейсы подключения. Это на самом деле только вход для зарядки. Вход для сети, если вы не подключили ее по Wi-Fi, и AUX-вход, если вдруг вы собираетесь использовать внешний источник звука. Вместе с телевизором колоночки смотрятся следующим образом. На мой взгляд, они вполне себе аккуратные, хотя размер их достаточно большой. Впрочем, это сделано для того, чтобы вставить туда динамики побольше. Вот как выглядят сами динамики. Соответственно, здесь вы видите сабвуфер и один из твиттеров. Твиттеров таких в колонке 2. Вот такое интересное устройство презентовала на нынешней выставке IFA компания Panasonic. Что ж, на мой взгляд, колонка получилась по крайней мере интересной. Смарт-колонки с Google Assistant на борту сейчас вовсю штурмуют квартиры пользователей, и мне кажется, что хотя бы первую заявку на победу Panasonic сделала достаточно уверенную. Рассказывайте в комментариях, нужна ли вам такая колонка. Быть может, вы уже пользуетесь сервисом Google Assistant, и у вас есть какое-то еще устройство. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. С вами был axbt.com и передача AXBT Live напрямую из Берлина. Пока!